presents. Привет всем. Третий день пребывания в Америке, день концерта. Сейчас мы идем на саундчек, приехали. Паркинг. Алена, пару слов для украинского телебачення. Ну что ж, как не настроение? Могу сказать, что мы волнуемся. Настроение отличное. Тамерлана сегодня рвет, ребята. Это значит, что сегодня он покажет всем, кто их... Раздаст ты всем. Инга, как настроение? Инга наш менеджер в Америке. Канекс. Мы вышли на конец свет. Вот это аудитория, где будет проходить концерт. Аудитория. У нас это аудитория там типа классно какой-то, либо кабинеты в университете. Ой. Неправильно. Нас не задают. Алена, don't worry, be happy. Юра, ну что ты, когда солнце снимаешь? Это круто, ты что? Не надо выставлять свет, просто он и так выставил. Именно в этой аудитории в 1984 году Майкл Джексон давал свой концерт. И этот концерт пользовался большим успехом. Мы уже внутри. No, that's a 20, that's a 26. Four? No, the mic, the CD. What number? Seven. Track seven. Something you can go for mic. Huh? Cut the music. Where's the громче. Next. Turn it up. Come on, everybody. Yep. One, two. Два, три. You should. Yeah. Ho, come on. Yep. Okay, bravo. Раз, два, три, раз, раз, раз. Yeah. Hey. Yeah. Play the music, and. Yo, come on. Еще чуть-чуть. Yeah.